За последние сутки в России выявили более 2700 случаев заболевания коронавирусом. Из них 460 в Московской области. Информация о распространении болезни как вести с фронта. Медики отмечают, ситуация осложняется. Во многом виной тому беспечное поведение жителей. К сожалению, действительно, мы столкнулись с пандемией, мы столкнулись с эпидемией. Действительно, контагиозная вирусная инфекция. Поэтому надо как можно плотнее нам всем, именно плотнее в плане морального силы духа сплотиться, сказать все каким-то своим желаниям, прихотям «нет», чтобы прекратить передачу вируса от человека к человеку. Выходить из дома только по веским причинам, избегать мест массового скопления людей. Из уст инфекциониста это звучит скорее как крик души, нежели просто совет. Нагрузка на медиков существенно возросла, но они справляются. А чтобы остановить рост, рекомендуют соблюдать правила, которые теперь знают многие, но не все считают нужным соблюдать. Всегда одевать перчатки, всегда одевать маски. Использовать для профилактики назальные интерфероны. Не по возможности, если, конечно, есть такая возможность, работать на удаленке. Вот главная рекомендация. Не позволить этой инфекции распространяться дальше. На сегодняшний день в Подмосковье более 2300 зараженных коронавирусом. Подавляющее большинство младше 65 лет. При этом специалисты уверены, пик заболеваемости еще не пройден. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».